Детский сад на Лесной опушке. Именно так можно назвать строящееся дошкольное учреждение на улице Акуловой. В двухэтажном корпусе строительство началось прошлым летом. Расположатся 4 группы – от ясельной до старшей дошкольной. В каждой будет воспитываться по 15 малышей. Каркас выполнен из монолитного железобетона. Внутри отделка пеноблоками. В помещении будет тепло. Комнаты по задумке проектировщиков будут светлые и просторные. Пищеблок, то есть без привозных полуфабрикатов. То есть сюда завозиться будут только продукты, и все будет готовиться здесь на месте. Будет медблок, значит, физкультурные, музыкальные комнаты разные. Значит, на улице у нас предусмотрены на все четыре группы четыре веранды, также спортплощадки. Детский сад рассчитан на район улицы Акуловой и на жителей строящегося здесь поселка. Пока опасения вызывает только транспортная доступность, а точнее ее отсутствие. Добраться до детского сада пока проблематично. Глава администрации города уверяет, это ненадолго. Инвестор за свой счет построил остановочный павильон. И поэтому транспортное обслуживание, конечно, будет в этот микрорайон сделано. Тем более, что здесь жилье достаточно недорогое. Во всяком случае, здесь планируется строительство двух больших многоквартирных домов такого социального класса. И я думаю, что действительно мы должны обеспечить общественным транспортом население. По планам застройщиков объект будет сдан в эксплуатацию 1 июля этого года. В 2014-м планируется создать всего 420 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. 40 из них в группах кратковременного пребывания. Больше всего нуждаются в детских садах микрорайоны Сортировка, Авдотина и Московский. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.